У меня так, блядь, когда-то... Блин, не всегда показывает. Учительно. А я бы триничку очень хотел бы. Какой, на кого? На котика. Ну что такое танки без ключа? Ты хочешь что-то? И ну, что да, такое да. Танк без Т4? А что Тёма сюда давай? Так ты, по-моему, спек ужал. Они а, узнал спек? Да, да. Mm-hmm. Ой, блядь, а чё ты проебал? А, похуй, одна секунда. Имя короля бича. Гера, давай. Какие-то странные, блядь, цифры в аккаунте. Бой, давай, бомжей. Бам-бам. Кроме Роги играют все. Алиса, бомжей. Блять, меньше ДПС, чем просто раз. Ох, кур. Боишь бомжей. Тёма, ты 4, ты 10? Да. Да я тут прослакал с банками, что? Шоком Мексурка, бомжей. Так, Моса ману жили. Золо гимн на ману. Бокрус, бомжей. Джерада и Наркини последние, но... Не люблю, когда мной маны. Босса играем. Отлично. Хорош. Фука, хилить нечего, да. Палас колот, да? А, блять, плащ говно. 13. Чулан. 8 по ДПСу, 13 600. Не, чулан отлично ДПСит. Совы не ДПСит, совы не ДПСит. Фу, блять. ШП не ДПС, а ШП не ДПС. Ой, охотник шаман. Геровская. Ну там, блядь, не обобщайте, нахуй.
Я варом, блядь. Чё, шейпер, не надо, что ли? А нахуя им? ГПТУ посливать. Турбо, сколько у тебя СПД? Квест на чумку портал открыл. 3873 сейчас. Тебе. А чё, блядь, я забрал, ну? Серьёзно? Никто не ролил. Серьёзно говорю? Ебать, мой, я твой ГП сливаю. Ну так там отдельное всё. Я знаю, что отдельное, поэтому там... то, что фармил, сливаю. Я не знаю, что там. Ну, скажите, пожалуйста, зачем вы одеваете в экранах? Кто им будет, когда ходить, герои? Ну, так... Я могу ходить, когда так, надо. Видишь, Плачь. Люди ходят. Не, если хочешь, я тебе верну счет, у меня проблем нет. Ну, я был сразу на инспекторе. Тарь, ты по мейну или не этот? Я дам эрдру. Ну, если эрдру прям так надо, пускай забирает. Джурада, собычка есть? Не, у меня вообще левый. Босса, у тебя есть собычки счеты? Нихуя у меня нету. Я за это и говорю. Я просто не понимаю. Я хожу 9 из 10 рейдов. Ладно, вот. Еще раз говорю, почему ты нажал main spec? Я откуда знаю, что тебя нет? Потому что он не ролит на main spec. У него код, main spec. У него код. Я понимаю, что у него код, сука. Я откуда знаю, что ему нужно или нет? Этому бузеру, блядь, который не появляется, блядь. Ну, Мосса, еще раз тебе, сука, говорю, я откуда знаю, что она тебе нужна была? Я тебе говорю, могу отдать, нахуй. Че ты доебал? Я не слышал. Надо, так. Значит, надо. А не надо, нахуй, она мне нужна. Носите, нахуй, на здоровье. Пиздец, так смысл ее носить, если... Ты... Да подожди. Смысл... Ну, и смысл на него отдавать счеты, если они тебе нужны. Ты просто передай их этому Мосе и все. Почему ты... Так в чем проблема, нахуй? Я же говорил, что я дам. Чем вы, сука, слушаете, блядь? Ебать! Ты можешь, во-первых, поменьше мата и не оскорблять. Так я никого нахуй не оскорблял, пока да, нахуй не начали, блять, оскорблять. Но вы, кстати, оставьте... Чем тебя кто-то оскорбил? А тем, что начали на меня говорить, а давайте оставьтесь и мне, как будто нахуй мне нужна где эта, блядь. Здесь оскорбление было? А то, что нахуй когда сказали, меня где? Назвали нигером. Здесь было оскорбление. Это было для меня оскорбление, на. То, что а мне нигер сказали, обязательно нахуй, нах через каждое слово. Да, обязательно. Нигер... Пизди на... мастера нахуй! Стопнули нахуй флут. Заебали, блядь, за этих счет. Меня мастер, отдай Мосе счёты. Я сколько раз сказал, что ему отдам? У меня к самой системе. Дай, вы просто не смотрите. Ну, нажал он на мейн. Ну, он ходит раз в месяц. Этим персонажем раз в месяц. Так да. Скажи, что тебе надо. Ну, сколько тебе раз говорить? Ну, ё-моё. Все, ладно, успокоились, Мосса. Я дай. Не могу это тебе отдать Мосса. Я сейчас не могу, пускай Войд зайдет, отдаст. Я не могу отдавать с этого. Ты чекай время, пожалуйста, мастер. Как будет время, там, за 10 минут скажешь, Войд зайдет, отдаст Мосса. Да я сейчас отдам. Давай, заходи. Я обиделся, я их брать не хочу. Не надо обижаться, я сейчас зайду и тебе их отдам, ты их возьмешь. Нет, отдай Мося. Ты ничего не смотришь. Там ему зовут. Потому что, говорю, потом, когда утираешься, прохиливаешь, а потом вспоминаешь, что... Ну, короче, ладно. Я тебя услышал. Да хватит уже. Ну, это... Ты понимаешь, что ты с адекватным... Ой, это не первый раз такая хуйня. Вот это не первый раз. Это уже раз четвертый такая. Да подожди, хватит. Ты можешь успокоиться? В чем проблема была сразу сказать, мне нужны счеты. Все, я бы отдал. Потому что мне этот персонаж нахуй не нужен. Так зачем на него ролить то, что может понадобиться другим? Если здесь идет как минимум два человека, которые ролят, блядь, но стопните флут. Это не флут. Вы когда ничего. Смотрите вкладки правила гильдии, там, я зашел, ничего не... Все, я там было этот, как его, написано, что рейлы не роботы. Да, будьте тоже. Вам, блядь, это было нахуй сказано? Да. Вам, мы могли бы прочитать? Ты поэм читал? Да, я читал поэм. Видел. Билантус тоже видел. Пока что сиди. Тебе очень срочно надо. Вы тоже, Мосса, должны понимать, что те, кто ведут этот рейд, вот Тёму взять сейчас. Джурата завис по полной. Мы
мы сейчас сидели на дисконах, штук 6 дисконов было. Ты знаешь, как это нервы мотает? Я это подстрела, потому что это уже не первый раз. Я говорю, я просто удивляюсь. А те случаи совершенно другие. Сейчас сидят на этих людях, на этих персах совершенно адекватные люди. Он же не скажет, я типа не отдам тебе счеты, когда этим шаманом раз в месяц заходит. Мы все это понимаем, ты это понимаешь? А те люди, которые бузеры там, и которых ты в пример приводишь, мы же не знали, что они не будут играть. Ты это тоже можешь понять. Сколько раз объяснять это? Или если ты знаешь за всех наперед, то говори, кто нуб, кто не нуб, мы будем кикать по твоей указке с гильдии тогда. Тоже пойми. Так, ладно, успокоились. Алиса, дай прожимку. Прохилили рейд. Сколько там общий ДПС? Скажите, сука. Спахилили. Сурка, у меня заскринен, я не вижу его сейчас. 215 вроде было. Не, больше. Тяжело, короче, это я не знаю. Если хотите, после рейда могу еще раз разжевать все так, чтобы прям в рот положить могу. Просто это тяжело объяснять. Ну что разжевывать? Просто пригорел. Ну пригорел, бывает. Ну, смотри, пример. Я, например, мосса ролим на оффспек. Мы ролим также по аддону. Ну что не так мон сделал, или я, например. Ну что здесь было не так? Бьем. День, а потом можно заходить, конечно. Да что ты не заходил? Я давно уже передал. Токен Герос, а Медвей, я ж писал, у него нету доступа к Геро. На шамане у него по одному боссу где-то не убито, все понял. Лич убит, но не убит там относим. Да. Как-то так. На кого сначала идем? Пошли на гнилого убьем. Мобы с ловушек, не спите. Ловим. Турба, напомню, сурка же не снимал, не берут эту. Идем на гнилого сейчас. Нет, не берут. Все нормально. Потом похвал. Меликана только не цеплять. Не надо, лишний трэш. Чё раз спрашиваю, вам надо? Нет, там никто не ролил. На гнилого там. На гнилого идем. Ну токен пускай лежит там, осветится кусок какой-то. И на тухлого, на гнилого идем? Да, на гнилого. Так, Убивантус ушел, да? Тём, ты там, если на танка что-то будет, смотри. Скажешь, что я лут не смотрю. А выгонишь меня не так.
Да, рыбу ставлю. Любион, ну, вот слушай. Перекинь мастером, он ГП. Чё, где? 583 за счёт. Одного пала нету. А, не, половину меньше. Да, половину меньше. Чё ещё раз? Пала одного нету. Я видел. Убивантус. Я видел. Он попросил лов замену. Так он Шреддер плюсовал, поменяй его суммонить и все. Нету его онлайн. Так, убьем хер с ним. Угу. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Да, блядь, должно так-то хватить. Ашки, побегаешь в рендже, можешь не бить босса. Просто рендж держи, 10 от РДДшников. Ты сам в луже не стой, и этот... Алиса на боссе, войд на слизняках, чек на готовность. Да не, не надо. Хилы под боссом. Да, 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 хилы под босс. Еще раз чек на готовность. Артем. Ау. Можешь, пожалуйста, не диспелить? Я... Если будет трудно, я сам продиспелю. Угу, хорошо. Ну, лучше диспель сразу. Все готовы, отчет на пол. На пол Вейнар. Уже. Ставите дебафы. Все. Первые. Что, трое блюют? Угу, под лужи. В лужи уходим. Выходи. Выходи, выходи в другую сторону. Угу. С РДД диспель сразу. Да нормально, просили. Да ну, с РДД надо продиспелить. Если блевать будет, то его не прохилить его. А терять нам сейчас никого нельзя. РДДшники, ваша задача выжить. Чё, лаги? Да. Пиздец, фри. Уже блюют, захильте. Большого забери. Угу. Отличные новости, народ. Я починил трубы для подачи ядовитой слизи. Не забудь сейчас, если убьем, сразу скрин дать, потому что, блядь, а, да, может да. В любом... Я знаю, на каждый босс даю скрин. Блин, ну мало ли просто... Так-то еще видео получится. Есть, если что. Ой, большой вот твоему мили. Видео я не доверяю. Большой мили. Большого, угу. Thank you.
Да хуя милишников блюет. Диспелли моего там маленького. Бля, я геру не давал. Нормально. Не надо, не надо, нормально. Большой мили. Приготовьтесь. Готовьтесь, ну, готовимся отбегать. Побежали. Отбежали. Быстро. Алиса, дай прожимку. Забегаем. Блять, на мне газ. Отличные новости, народ. Я починил трубы. Я угу. Не спел. Надо было гин давать, ну чудом выжили. Да, на мне газ. Большого снимите, 30 секунд держу. Ну ёб твою мать-то, блять. Сдохну здесь, нахуй. Гимн на ману. Журада ману залей. Большой мир. Все просчитано. Такое все просчитано, блять. Смотрю, так исцеление. Мидвей, нет, да нет, да про. Заебись. Блять. Малого слизняка убили. Четыре ляма слизняк. Мы, в принципе, тухлого легко убьем. Ну, шейперу сейчас уходить на работу. 23 тела. Ну, тогда уже не так просто. Ну, если Зойла спекаешь в ШП, Ашки в Хойпала, можно попробовать. Блять, с боя-то выходи, сука. Минус 2, да. Объедок, тоже объедок заберем. Дикость. Да вы вот так говорите, говно, когда у тебя нет тринки, лучше по СПД. Объект. Объект на говно. Топовая тринка. Виби, говно для кого? Чем чеш. Не, ну если вам говно, я заберу. Мне, короче, с гнилого есть кровь, а с тухлого нету. Надо с тухлого кровь. Это если никому не надо, отдашь мне. Но если надо, пускай забирает. Дикости на. Есть собычки? ГЦ дикость. Давай, давай сюда. Файер променял на это говно. Фраер маг. Ну типа если за ЕП, то нет. Если за ЕП, не знаю, там, если совсем никому не надо будет. Кто там подбежал к боссу? Поставь. Это кто говорит, это Ашки? Это Рога. А если Ашки нужно забирать. Ладно, я пошел. Угу, хорошо. У ревуар, вы еще бы сказал. У ревуар. Посвежу за ревуар. Ты не картавый, у тебя не получается. Осколок два. Есть. Два, угу. Два. Вижу. Сколько у тебя уже осколок? Сейчас положу. Озвучь цифру, на. 28. Хорош. У-у-у.
И наконец-то ты соберешь бесполезную пуху. Хорош. Это палка для лопат. Черенок, блин. Просто, бля, мне кажется, оно того не стоит. Она такие минимальные улучшения дает. Слышишь, мы потом полироль выбьем на нее и мы. Нет, она стоит того. Знаешь почему? Потому что, во-первых, она добавляет себе СПД. Во-вторых, она добавляет себе 17 крита, 2 хосты и 2 сокета. И посчитай, что ты бы мог прилить себе. Это блядь. Понятно, это как будто пушка 291 уровня. Не-не-не, братан, вот просто посмотри вот сейчас вот с новым оффхендом, который с Джайны, и что будет лучше? Оффхенд. Видишь, какой оффхенд, да? Вот ты теперь думай. С духом. Да и что думать? Любой прок магу — это большой плюс, нежели 800. Чем статы. А Е подается при каждом боссе или в конце? В конце боя. В конце инста, в конце рейда. Так, это моё место, уйди, чулан. Кши. Да, как чё? Мне покажут? Слышишь, в любом случае лучше. Я предлагаю Зойла в ШП, а Ашки во второго хпала. Давай, да. Зойл в ШПшку спекайся. Они должны захилить. Чё, хилы под босса, что ли? Там... Нет. Там надо... Покидаешь ШП по каждому по пати, чтобы мы захилили каждый пати свой. Каждую не надо, там миликов, не обязательно, а вот... В РДДшниках пускай хилит. Ну, оно так у нас и есть. Можно мне порт вовре? Мне надо талоски. Так вот можно. Огонь. Проф отравить будем? Нет, в 25 надо отравить будем. Народа у нас на профа нету. И у нас и ДПС на профа нет. Да. А что тебе завел, надо? Вот видите, Шреддер пошел, так бы мог с нами сидеть тут. Он молодец, он как бы, да, адекватный, хороший, как бы умный пацан. Похуй мне с ним идти, когда я могу с пугами пойти. Я думаю, мы убьем его и так. Только надо, чтобы никто не упал. Да, конечно, убьем, хоть, но ну, знаешь, если что, дебаф сейвить. На кого-то. Ты на кого лисы кидаешь? Ты что, никому не кидаешь, что ли? Сейчас надо на микстурку написать. Там блин, если он тебя лофнут, я на микстурку кидаю. На ЛР я кидаю. А кто больше дает ДПС, ЛР или вождь? ЛРА может бустить в начале. А кто больше в итоге? Медвей. Медвей есть полтора? Ну, Медвей третий LRA, на сурке. Да. Чё? Медвей может. Полторы минуты есть? LRA, ебал, мне LRA. Нужно отойти на полторы минуты. Телефон. Да, давай. Давай, беги. Медвей, поставь уже тотемы, чтобы встать так, чтобы доставать их, а? Где они будут стоять? Поставлю, если что, дай сумму не любить. Ну поставь, чтобы я знал, где встать. Пиздец. Здесь меня так мало, что ли? Понимаешь, здесь место занимает очень быстро. Я сейчас встану, где не будет тотема, будет вообще не очень. Это, слышишь, ну, скажите, вот эта паладиновская гнев карателя, она же не стакается с истерией, правильно? Нет, не стакается, надо после нее кинуть. Тёма, ты мне просто скажи, я макрос написал. Ты, когда у тебя она закончится, скажешь, я тебе кину. После 25 секунд боя. Наверное, с начала боя можешь кидать. 20 секунд крылья, нет? Я их после 5 секунд прожимаю. Вот и зря. Просто еще проще сделаю, возьму в таргет и все.
На совет еще вольнуть. Ладно, еще убить надо. С советом. И Валю хотя бы по стандарту. Блять, так и доту сегодня не сыграем, что ли? Да блять. Если сейчас не будем тупить, мы все, блять, быстро пройдем. Буквально за час, за полтора. За час даже, нахуй. Больше трэш чистить будем. Дольше. А чё Зойла не присуманили? Я его суманил. Шкаф, поставь Виби, пожалуйста. Виби, шкафчик, шкафчик ставь. Зойл тут как бы. На ФК. Виби, поставь шкафчик, пожалуйста. Он вон он бежит с профа. Там уже поздно, ну, блядь. А, он уже тут, ну ладно. Зойл, бро, сейчас суману, подожди. Ну, я жду. Суманил, суманил. Не за что. Давайте фулл баф дали. Вы бы там стояла, чек на готовность. Блять, тотально переснимал. Сейчас 10 секунд, потом включу. Давай. Чё, вара нет в рейде, да? Вот зай, на хп кликнуть не забудешь там, когда бой начнется. Бой, готов? А, ты это... Сейчас готов. Нашки, только джагу кидай на ману, не на хп. Пусть и бабло будет. Нормально. Господа, ну так что? Чё? Будем пулять, не? Да, сейчас. Нет. Ждём Зойла. Приз заходит, пуляем. Бачку так лишнего. Чек на готовность. Ой, ты в ладоши похлоп. Ну а что? Да, все здесь, отчет на пол. Под правую или под левую ногу встали? Ой, давай. Поры. Два милишника ушли с поры. Ушли, 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 ушли. Блять, там две споры, одна на танке была. Плохо. Прохил рейда. Да, милишники, блять. За пельменями следим. Левая, да, нога, да. Отходим. Прохил шума. Левой. Блять. Остановили уже. Царь, текай. Танка сильнее. Сука, я умру. Зеленый бабл, кинешь на меня каплю на... Не, медвей, кинешь на меня каплю. Хорошо. На едку. Споры. Нам, я скажу после этого. Нога, отходим. Под левой ногой.
Кидай капли. Мурбеттер на хп. А Маклов встаю. Ебать, вы гоните. БР надо. Фризит. Ебать, так нет. Мост Сатурба. Дурака Зойла. Пошли. Под левой ногой. Блять, опять словил, ёб твою мать. Я прям смотрю, зря бы БР отдали, упадем мы просто. Баба. Я до танков достаю, все скоро, да? Не давайте больше БРов, надо ложиться, мы не убьем. Мы не убьем сейчас. Ложимся, нет. Киньте на кого-то, у кого есть. На Кукулина киньте этот, у него два дебафа. Диван дайте ему. По пососу. А может, скажите, вы... пожалуйста, ребята, это вот первый раз спору не снесли, я видел милик какой-то. Ну, два милика в мили-зоне были. Вторую спору я проебал, пока прокилил у танка. Короче, такого не должно быть. Весь рейд должны ставить по три дебафа, или вы будете вайпаться в ПКД. Я не знаю, там, по-моему, на танке была одна, правильно? Да. Нет, ну я могла бы, конечно, с боссом пойти выносить спору, да, конечно. Алиса, сейчас не тебе говорит. Никто ничего не говорит, почему ты начинаешь... Да, я вижу. Была на танке одна, другая была на пане. Пан вынес КРДДшник. Вот, на Элрэе, третья была. Элрэе не вынес, да. Я же говорил. Просто нету. Все, успокойтесь, блядь. Ну давай, это нас... Пас... Посрать. Диван нет. Снимает баф. То, что мы сейчас видели, это рейд нубов. Не знаю, я на 4 секунды завис вообще. Часто ловили пельмени. Тогда, кстати, или залагало у меня тоже. Не, ну какой-то подвис, да, был пару раз сейчас. Да, это босс артрушников, нахуй. Да это босс тактики, блин, надо три споры ловить. Что честно, я думал, нет. Ну две, если ты щиток прожимаешь локовский, нормально будет. Бокус, давай быстрее. Зеленые пельмени миликом нельзя вообще ловить, ДПС сильно снижает. РТДшникам вообще категорически запрещены хилам. Если спора на танках, на ком-то из танков, скажите, пожалуйста. Зашла Маша. Хорошо. На нее у нее нету. А, да, у меня не фул убита. Да, да. Чек на готовность. Пробафали бокус, пожалуйста. Да. Бабл, да. Давай, заходи. Бокуса пока пробафайте, пожалуйста. Стаминку на бокуса дайте. Кулачок бокусу. По ДК кулак. Мастер. Че? Поставь вот сюда, там, где я стою. До них вообще не достает. Пост будет всего им. Нашел чек на готовность. Крик на хп потом не забудьте обновить. Бабл Джурада. Обновляется. Все готовы, чёт на пол. Блять. Лопасос бейт сразу. Пиздец. Даю геро. И сдохни! У геру КД 3 минуты у меня.
споры. Давай. Уже. Блять, пельмень словил. Распределитесь под левую или под правую ногу, пожалуйста. Турбо, нихуя не видно. Глыбу проебал, стаки будешь собирать, да? Ох, зря ты подбежал. Просил шамана просил. Споры. Правая. Ушли. Ушли от правой ноги. С левой ушли. Под левой споры. Пельмень. Аккуратно, не ловим. С левой ушли. Под левой опять. Заебало своим газом. С правой ушли. Споры. Выносите. Меня Зоя, походу, сейчас выкинет. У меня фризер же. А скиллы не могу ее. Под левой. Прожарить. Блин, вот. Да блять, похуй. Справа ушли. Да ебатора не достаю. Споры выносим. С левой ушли. Да сука, сколько можно, блядь? Споры. Вряд ли смогу. А, не, могу. Под левой. Десять все. Споры. Выносите споры, собираем. Оттекай. Взять. Вот 5 секунд, давайте быстрее. Дис. Истерия есть? Правая нога, пошли. Осколок. Вот я тебя ненавижу. Я же Ваня, там... Может, он делает квест. Событие. Что оставил столько газа. За это он забирает эти РДДшеры. Так, грудь кольчужная. Надо кому-то? Никому.
Ноги. Это, блин, шанс, что я обогнал турбойс. Ё-моё. Ну, уже вижу, что не обгонял, тогда у меня 16. Вообще-то трубой словил первый пельмень, нахуй глыбу вылезал. Да я тоже словил пельмень, только под конец. А у меня, знаешь, что вообще? Турбо, забирай, пошли на совет. У меня вместо моделек персонажей, знаете что? Кубики, нахуй. Я не вижу вообще никого, мне надо клиент перезапустить. Не, это Майнкрафт у него запустился. Не могу нахуй этим шаманом хилить, сука. Да не тяжело, блядь. Да ну, бабл, да, ничего, пусть он этот, как он, кидает МП-5. Кидай желтую. Ничего. Они могут чередоваться просто, какая разница. А никто не ходил, не пробовал кое сдать. Да, какая, там никого не было. Может, чулана? Нету. Бьем трэш, ребят, давайте не слакаем оперативнее. По времени мы, блядь, дохуя на этих песконах проебали. Сейчас закроем, блядь, и будем заниматься своими делами. Я еще... Да, куклы это вообще не шамановский, блядь, босс по той причине, что, сука, все стоят не знаю где, нахуй. Цепуху, если давай, то только в милина. Войт, не торопись пока, или Рея сейчас поднимите. Сейчас каждый ДДшник этот важен. У меня обновление 107 метров. Я качаю. Да, да, без проблем. Пресс этим. Это дружный босс чисто. И Лана тоже. Холи Престом тут заеби. Давай, на пошли. По черепу играем. Да, у шамана было прикольно, нахуй, на катаклизме. У них был скилл, который позволял им, блядь, бегать и кастовать. По черепу, ребят, не агрите лишних. По черепу играйте. Агро танки. Войт по делу. Слышишь, Войт, по делу. В десятке убили, тофа нет. Убили? Да это плохо, я ж думал, если не убить шами, закрыть их за ата домой. Я пол рейда говорил, пол рейда ШП я говорил. Куда пошли на? Все, кто не умеет контролировать, не спустились. Да, Джованни, нет, да и Беттер крест зашаклишь. Джованни трусы. Так, дальше кто там пойдет? Что тут у нас еще кто-то есть? Пан. Давай звезду контролишь. Лопосос покорнюешь, ромбик. Агри, Войт, череп. Не беспокойся, он под станом, не беспокойся, он сейчас придет к тебе. Ходи. Главное, болезни туда не разбафай. По тактику играем все. По черепу, агро. Убиваем тактику. Еще и к билду этому невозможно привыкнуть. Символы не ты, и у меня в моем билде нету, блять, этого резкого хила сразу. И на криту. Дальше отпускайте цель. Ромбик. Ромбик бьем. Не на, не контроль. Ромбик бьем, агро. Я чтобы он до меня не дошел. А я что-то затыкал, что есть, блядь, символ на щит мана. По кресту играем. На ромбике танки агро набрали, по кресту играем. Тут нахуй вкладка клан называется, блять, на чат, блять.
Мастер. Мастер, тебя тоже блевать тянет, когда кто-то говорит вместо гильдии. Так он же линейку раньше играл, насколько я знаю. Ну так. Ребят, не выходите раньше времени. Дурата, дай иннер. Да и бетер трусы. Звезду Джованни. Пан трусы. А, так, луну. Пан луну. А чё, а кто за пакетный забрал? Агри. Бабл. Агри. За, покричу. Ещё этого загрыля. По черепу играем. Там этого советника заберите. Так, стоим. Советника убили, потом по кресту. И он там, блядь. По кресту. Не, вы у меня все равно кубики. Ладно, я потом буду разбираться, мне не помешает, я думаю. Это тебе какой-то из патчей перезалить надо. Просто ты куби. Потом разберусь. А вот шарики. Так, квадратики. Вот у меня медвей квадрат такой бегает, вот прыгает. Квадрат. Нет, просто квадрат, больше ничего. Там прямоугольник. Видюха пошла спать. Да ну не. Такое бывает там баги с клиентами. Если бы у него видюха пошла, у него бы там, блядь, рябь началась. Гляньте череп. Ну это не такое, у него просто вот квадратами левичка бегает или как-то. Текстуры, текстура на втором. А череп играем. А командиру? Ты что-то нереальное требуешь. О, о, медвей стал нормальным. Хорош. Ну просто прогрузка идет текстур. Может быть. А, он умер, может он тогда труп нормальный. Убей весь рейд на. Кто-то смотрел фильм «Эволюция»? Он же 2003 года или еще раньше. Ты чё? Старенький такой, ну. Там да. Дэвид духовно играет. Да я его только про нухи видел. Такое ощущение, как будто ты у родителей там подборку со старыми DVD нашел. Нет, а я мелкий был, смотрел еще. Помнишь там такой момент, где муха ему залезла, короче, и его на операционный стол ложит и давай вытаскивать, короче. И этот доктор такой говорит. Ну, типа, оно где-то в кишке там, ну, говорит, ну, давайте я глоблю, говорит. Мельжай, вставай. Ну, типа, через жопу доставать. Нет, типа, не надо. Еще раз лестница. А оно в ноге еще, муха была. Он говорит, нужно ампутировать. Он там что-то спортсмен или что. Не трожьте ногу. И такой, говорит, муха, она продвигается гениталиям. И тот такой. Рыбу поставил. Режьте, говорит, отрежьте ногу, нахуй. Так, этот, как его? Войд, ты на килисете, Алиса, ты на двоих, на Волонале, на Толдораме. Соответственно, Эль-Рей на пульт Толдорама, на Алису. Обмен кинь.
Специалист, набирай на двоих, пожалуйста. Фулл баф дали по медвеям? Алиса на двоих. Чекай, ну еще 10 раз повторите. Царь турбо готова? Да, да, я смотрю. Турбо, бода инту. Что видел, как у Джилл выйдет? Все. Все готово, заводим. Непобедимые воины короля лича. Теперь наши по гели гонять хода. Давай, Геру. Агро, Алис, агро, 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 агро. Лихо, Ренджу набрали, агро на волнаре забили. У меня не бесконечные таунты, блядь. То у тебя ЛП почти бесконечный. Так, Моса, Берни, Лопасоса, Лопасос, Медвея, Джурада, Пана. РДД, все по кинетике играем, не забываем. По Талдораму играем. Виби, чтоб ты помер, и твои бесы с Т4. Рабаф дали, пожалуйста, попавшим. Джурада, дай БР по пану. Играем по мини-карта. Все, дофига. Пан, давай вставай быстрее. Только не двигайся, пусть прохилят. По килисету точно. На Валанаре набирай игру. Вождь титанов, нахуй, остановись, дебил, на тебе 39 стаков. Ну, 40, не, блядь. Не оскорбляй. Алло, вождь, стоп мне, не забывай. По волнару играем. Отлично. Ренджу набрали быстро. Прохил рейда. Еще дальше, блядь. Не бегите, если у вас лоу хп. Не могу прохилить. Гим дать? Не надо, нормально. Ренджу набрали. По Талдораму. Чулан ману. У меня самого нету. Мне даже нечем сферы подбивать. Джурада. Ты где? Посередине под боссом. Алиса, забери сферу. Зачем мне забирать сферы? Я не хочу, вот чтобы. Хочу, чтобы не ДПС. По килисету. Отводи, отводи, отводи их тут. Угу, нормально. Стой, стой, стой. Ага, все, норм. Да блять, заебало. Мангал, стоп. Я тебя не могу прохилить. Флешку дал. Прохилил.
слишком далеко разбегаетесь по всему этому. Сферы падают вообще по уровню мира. Еще, блядь. Войд, я это поподнимаю сферу. По Валанару. Войд, пардон, турбо. Ринджу. Угу. Что, не вернулся? Угу. Царь обезьян, гимноман. Рейджо. Нет. Нет. Да, бывает. Гимна хп, царь. Я далеко стою, бета, не достал. Да и бета тоже гимна хп. Алиса, подводи на центр. Чулан, давай им иннер. Акилисету. Отводи сферу, Акилисету. Бьем по Акилисету. Отводи дальше. Да он этот, блядь, там стена еще вихрь отбрасывает, нахуй. Сука. Сука, рофлит. Приветствую.